Чеканы. Круг чеканский. Мы с Павлом Андреевичем сегодня снимаем для вас, дорогие друзья, чеканы. Павел Андреевич тоже купил себе Sony. Пашка, дашь потом я сниму Sony, который, чтобы люди знали, чем, кто помогает нам снимать репортаж, какой фотоаппарат. Сонечка. Вот сейчас покажем вам Сонечку в кадре. Вот. Вот копия, как наша, только наша только черная, а это стальная. Вот такая Сонечка снимает вам видеорепортажи. Отличный аппарат. Снимает Full HD видео. Фотографии делает в RAW формате. Матрица Crop 1.5, больше, чем у Canon полуформатного. У Canon 1.6 Crop, у нашей Сонечки 1.5. Автофокус на видео. У нашего Canon такого нет. Вот, Пашка, посмотри, вот как она смотрится в кадре. Вот мы стоим на... У нас сегодня консультант с чекан, Павел Андреевич. Он сказал, что это Миртич Элбатрын. Мы стоим в сквере. Миртич Элбатрын. Слева и справа от нас. Еще какой-то Элбатрын. Да. Дорога. Прошел дождь, дождик прошел, и стало свежо, вообще классно. Сейчас мы вам покажем. Челбатрын, как говорится, бороду не портит. Да, справа от нас находится чеканский базарчик, а тут вот мы видим такую микроструктуру. Магазин «Бомба», «Оранж», «Моранж», «Алиментары», «Бары», «Киоски», «Закуски». Голодным тут не останешься. Рынок уже закрыт. Вот чеканский базар. Сейчас мы продолжим. Чеканы. Green Hills построили. Да. Ну, такая картинка.
Да, Соня вообще молодец. Картинка у него зачетная. Мы на улице Джинта Латины. Да, Джинта Латина, да? Вот те дома, которые мы снимали только что вдалеке. Вы уже ориентируетесь, мы специально сделали привязку к ним. Вот базарчик там, где бусики стоят. Этот дом, Паша, сколько стоит? Давно? Не знаешь? Года 4. Ну, если Паша сказал 4, значит лет 7-8 точно ему злить. 9. Это вот Джинта Латины. Туда вниз к лесу дорога ведет. К лесу. Тут вот алиментарка такая уютная. Вообще чеканная. Хороший район. Мне нравится. Вниз идет к улице Спатару. Вниз к улице Спатару, да. Нас поправили. Вот так вот. Наслаждайтесь, чекановцы. Или как? Или чеканцы? И то, и другое верно. Да. Сонечка, такая массапуська. Да, да. Вот видите, как красиво облагородили чеканы. Всякие тут эти красивые подстриженные кипарисы. Это, да? Что это? Да. Кипарисы. Что-то вроде дома. Что-то название поедет. Да. Да. Ага, да, да, вот. Уже обратно, да. Возвращаться я не собираюсь. Вот как красиво. Мы недалеко от Чеканского круга, где базарчик. Сейчас снимем в другую сторону. Вот та сторона, узнаете? Сейчас вечер, ближе к 9 часам. Люди любезно нас обходят, уважительно, уважительно. Вчера буйканы радовались корреспондентам, сегодня чекан, на чеканах корреспонденция. Репортаж, так сказать. Начало чеканского сериала. Вот в ту сторону базарчик. Вот видите, как красиво тротуары, тротуарные плитки, декоративная шелковица. Павел Андреевич, я знаю, что узнал, вот эти вот шелковицы декоративные, вот как там, видишь, вот типа вот. Знаешь, почему они так растут, ведь и вата, и финдибоберна, и почему? Потому что их сажают кроной вниз. И это типа корни ветки, да? Вот это я где-то узнал случайно. Я думал, что это просто декоративная шелковица, говорят, что ее сажают наоборот. Вверх ногами. Крона и вниз. И поэтому у нее ветки как корни. Что только не вытворяет. Да, вот очень красиво. На чеканах. Вот. Оп. Да. Цветно, да. Шумов никаких. Чеканы. Ну, маты. Это вы где работаете, что у нас техника? Как? Просто гуляем, да. Вот эти.